Приветствуем всех, кто любит кошек или хотел бы их полюбить. Я Андрей Абрамов, а вы смотрите программу «Удивительный мир кошек». Сегодня мы вместе с вами отправимся в Лондон, Великобритания, для того, чтобы побывать на самой большой и интересной выставке кошек в мире – The National Cat Show, английском национальном шоу кошек, которое традиционно проводится в крупнейшем выставочном зале «Олимпия». Почему вы любите кошек? За компанию. Я заводчик, мне нравится быть им. Это забавно, и мои кошки отличные компаньоны. Эта порода сейчас популярна в Британии? Она становится популярной. У нас есть много любимых публикой пород. Но в последние годы интерес к бурманской породе все время растет. И мне кажется, что это заслуженно. Бурманские кошки будут популярны. Спасибо. Вы выглядите прекрасно вместе. Спасибо. Она мой ребеночек. The National Cat Show. Английское национальное шоу кошек. Это грандиозный праздник для всех любителей, который в этом году состоялся уже в 110-й раз. И так происходит каждый год, уже больше 100 лет. Главное отличие британских выставок – в подходе к судейству. Такого не увидишь в континентальной Европе или Америке. Эксперт с ассистентом смотрит кошек прямо у клеток, передвигая вдоль рядов столик на колесиках. Объективность судейства поддерживается тем, что все кошки анонимны, под номерами, без имен владельцев и даже указания породы. Только после экспертизы на клетках появляются красивые розетки. А кошки спокойны, потому что их никто никуда не несет. Владельцы тоже, и они проводят время не у своих клеток, а там, где им интересно. Что вы думаете о русских голубых кошках? Прекрасные кошки, одни из самых лучших в мире. Я очень счастлив иметь кошку этой породы и быть ее заводчиком. А почему вы любите кошек? Я люблю заниматься разведением своей породы. Люблю участвовать в выставках, показывать своих кошек судьям и публике, общаться на шоу с настоящими любителями кошек. Тысячи посетителей, 1500 кошек и всего, что так или иначе с ними связано. Вот что такое английское национальное шоу. В Олимпии в день шоу все посвящено кошкам. Писатели представляют свои кошачьи книги, художники и галереи – картины и скульптуру. Большие пространства занимают различные домики для кошек, игрушки, лотки, переноски, разного рода аксессуары. И каждая кошка останется довольна подарком владельца, который может подобрать и для себя какой-нибудь уникальный и милый кошачий сувенир. Что вы думаете о кошках? Я люблю кошек, они великолепны. Почему? Они очень любящие, спокойные и нежные. Пожалуйста, расскажите о своей породе. Бурма – интересная порода, спокойная и игривая. Этот нежный мальчик очень хорош. Что ты думаешь о кошках? Я думаю, они очень любящие создания, очень милые, мягкие. Я люблю их. Какую породу предпочитаешь? У меня сиамские кошки. Их я и предпочитаю. Это очень красивые кошки. Московский музей кошки принимает участие в английских национальных шоу кошек с 1996 года и стал постоянным участником, присутствие которого британские любители кошек ждут с нетерпением каждый год. На этот раз в пространстве Олимпии был построен деревянный Стоунхендж, на внешней и внутренней сторонах которого и разместилась новая коллекция под названием «Любовь к кошке навсегда». Превосходные работы, каждая из которых наполнена любовью к кошкам, очень понравились английским ценителям, понимающим толк не только в кошках, но и в искусстве.
Многие считают, что самых лучших кошек мира можно увидеть именно здесь, в Британии. Кошки в Британии великолепные. Создается впечатление, что всю ночь перед шоу они проводят у стилиста и парикмахера. Кошки светятся какой-то чистотой, красотой, ухоженностью и здоровьем. Они полностью соответствуют породным стандартам, и каждая из них достойна победы в конкурсе. Просто кому-то повезет больше других. Как вам здесь на шоу? Приятно русскую речь слышать. Ну, очень приятно увидеть, что русские люди интересуются все-таки кошками. Здесь в Лондоне уже много русских, так что мы уже несколько их встречали и смотрим на все кошки. Русские самые хорошие, конечно. А какую породу отметили как самую любимую? Ну, сибирские кошки очень хорошие. Это тоже так называемые British Blue Hair и British Short Hair. Да, но это кошки такие серые, очень мягкая у них шерсть, прекрасная кошка, хорошая для дома. Почему вы любите кошек? Они очень красивые, особенно котята. И они дают очень много любви и внимания. Тебя как зовут? Диана. Диана, ты пришла сюда в Олимпию на это шоу посмотреть кошек? Да. А у тебя дома есть? Нет, но я куплю. Какую породу выбрала? Мейн-кун, рыську. Самым известным породным клубом в Великобритании отведено пространство на галерее. Клубы не участвуют в конкурсе, а представляют самых лучших кошек и самые популярные и редкие породы. Здесь же можно реально помочь бездомным кошкам Англии, купив что-то на стенде Лиги защиты кошек. Все доходы идут на поддержание деятельности приютов для кошек по всей стране. Мне кажется, в английских шоу есть что-то особенное, какая-то магия британских островов, которые делают атмосферу на выставке совершенно незабываемой. В Олимпии каждый год собираются настоящие ценители кошек, которые их не только любят, но и понимают. Кошачья сказка рождественского Лондона живет в Олимпии, делая шоу событием для души. В Британии сейчас очень популярны так называемые аборигенные породы – мейн-куны и норвежские лесные. Последние годы и наши сибирские кошки начали все больше нравиться англичанам. Очень приятно видеть их на шоу. Ну и, конечно, многие любят классику. Британская короткошерстная, персы, экзоты, русская голубая, сиамы, ориенталы тоже не в обиде. Английские бенгалы и рэгдоллы заслуживают особой оценки. Эти кошки по-настоящему красивы и оригинальны. Они привлекали к себе особое внимание публики. А почему вы выбрали эту породу? Это Сомали. Породу выбрал мой муж. Он хотел редкого породистого котенка. Мы поехали в питомник и взяли его. Тебе нравятся кошки? Да. Why? Почему? У нас в доме 5 кошек. Одна из них моя. Они все мои друзья, и я люблю их. Кто-то не согласится, но лучшие британские кошки, конечно, живут в Британии. Очень красивых девушек. Атмосфера любви и единства, царящая на национальном шоу, немного отодвигает в сторону вопрос о том, кто станет лучшим из лучших, первым среди равных. Cat of the Year – кошкой года, которая навсегда войдет в историю как суперчемпион. Кошкой года 2006-го стала достойная представительница редкой породы Мэнкс. И это было справедливо, потому что миром должны править кошки, а не коты. Так много больших кубков. Вы счастливы? Да, мы очень-очень счастливы. Лили великолепна. И она оказалась лучшей сегодня. Это кошка британского разведения? Да, британского. Мы занимаемся этой породой, и это наш успех. Вы ожидали, что ваша кошка станет сегодня лучшей из лучших?
Мы не могли предполагать, что выиграем титул «Кошка года» сегодня. Это огромный сюрприз для нас. Но Лили была великолепна. Пожалуйста, пожелайте что-нибудь российским любителям кошек. Если вы любите кошек, обратите свое внимание на породу Мэнкс. Это потрясающая порода, абсолютно великолепная. Если у вас есть Мэнкс, вы уже не будете думать о другой породе. Кэро, мы поздравляем вас с этим замечательным шоу. Скажите, насколько легко или трудно организовать такое большое мероприятие? Да, это очень трудно. Но, к счастью, со мной работает хорошая команда. Люди отдают себя национальному шоу, и это делает всю работу намного проще. Провести шоу кошек довольно сложно. Мы беспокоились о том, чтобы шоу не потеряло свой размах. И мы не знаем пока определенно, потеряли мы или приобрели. Это наша головная боль. Это уже 110-е шоу, то есть 110 лет. Насколько этот опыт используется вами сейчас, этот столетний опыт? Я организовываю шоу в Британии в течение 30 лет. Это мое 11-е национальное шоу. С каждым годом становится все легче проводить подобные выставки, потому что приобретаешь опыт. Сейчас я одна из лучших организаторов кошачьих шоу в Соединенном Королевстве. Расскажите, пожалуйста, немного о кошке, которая стала кошкой года. Я сама не участвовала в выборе, но те судьи, которые определяли кошку года, решили, что это будет кошка породы Мэнкс. Она оказалась наиболее достойной из семи кошек, которые стали лучшими на шоу сегодня. На National Cat Show мне нравится все. Отличная организация, превосходные кошки, дружественные участники и публика, честное объективное судейство, атмосфера любви. И, конечно, то, с чего более 100 лет назад и началась долгая история английского национального клуба кошек. С девиза, придуманного вместе с эмблемой, художником Луисом Вейном. Beauty lives by kindness. Красота жива добротой. Не забывайте об этом. Встретимся через неделю. Оставайтесь с нами.